Vertical World News. Всем привет, это «Вертикальные новости» прямиком из Беларуси. Мы снова вернулись, нас долго не было, но теперь мы будем выходить регулярно. Я Алексей, создательный гедонист, погнали! Вы ведь ждали новых перлов от сами знаете кого. Так получайте. На всереспубликанском субботнике Александр Григорьевич заявил, что на него самого и его детей должно было совершиться настоящее покушение. В планах захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели нам, показали, как они это все планировали. Всех диктаторов в погреб, но кто же на такое способен, кто заговорщик? Об этом Лукашенко тоже рассказал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там с американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей. Конечно, американцы во всем виноваты, и погреб они вырыли, но белорусское КГБ не спит, оно снова всех переиграло. Не повезло. Недавно Беларусь навещала украинский депутат Евгений Шевченко, и на встрече с тем же Лукашенко он рассказал страшную тайну о 36% украинцев. Я знаю, и социология это показывает. На сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть вас, Александр Григорьевич, своим президентом Украины. Я открою вам небольшую тайну. На самом деле проводили секретные опросы по всем Евросоюзе, и все страны дружно решили, что хотят видеть своего лидера Александру Лукашенко во главе всех стран, всех наций, а столицей признать Минск. Но это не точная информация. Ни для кого не секрет, что из-за своей точки зрения многие компании, торговые марки должны сворачивать свою предпринимательскую деятельность на территории Беларуси. Это и коснулось бренда Nivea, над чем довольно удачно пошутил Иван Тургант. Значит, власти Беларуси запретили, неожиданное слово для властей Беларуси, ввоз части продукции немецкой косметической компании, которая отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Минске и в Риге. После этого запрета очень легко будет определить, у кого в Беларуси остались запасы старой косметики, а у кого нет, у нас есть фотография, через две недели вы видите. Помимо Nivea, это затронуло огромное количество малых и средних бизнесов, а также IT-компаний, которые в срочном порядке уже давно эвакуировались из Беларуси и вывезли своих сотрудников. Ждем, пока в РБ останется лишь Саша и его ОМОН. А знаете, кому все эти проблемы по боку и кто сконцентрирован только на одном своем деле? Да белорусским рыбакам. Пока ведро карасей не наловится, место не сдвинется. И неважно, пожар там, ураган или комбайн сзади едет. Белорусские рыбаки – самые суровые в мире. И продолжая тему лесных пожаров, на одном из полей во время сельскохозяйственных работ сгорела святая святых – наш белорусский трактор. Репутация гордой белорусской машины не пострадала, а тракторист, к счастью, остался цел и невредим. Вот что значит «сгорел на работе». И самое милое видео этого выпуска – Минск, самолет «Белавия», ребенок, чья мать отошла в туалет, и стюардесса, пришедшая на помощь. По словам автора видео, плачущий ребенок сразу же успокоился, как стюардесса взяла его на руки. Так что, если у вас есть маленькие дети, вы точно знаете, какой авиакомпании лететь не страшно. На этом все. Это были вертикальные новости из Беларуси. Я Алексей, сознательный гедонист. Увидимся через неделю. Пока. Vertical World News.